Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Сейчас я вам покажу, как на телефоне HTC Desire 21 Pro установить Fortnite. Заходим в браузер. Пишем Fortnite Android. Переходим на первую ссылку. Ладно, хорошо, не на первую, но на ссылку Epic Games. Нажимаем скачать. Качается у нас лаунчер. Разрешаем установку из известных источников. Устанавливаем Epic Games лаунчер. Открываем его. Далее выбираем Fortnite. И нажимаем установить. Нажимаем настройки, разрешаем снова и нажимаем установить. Далее открываем и ждем, пока установится Fortnite. После установки нам предлагают выбрать «Да», если у нас есть аккаунт, и «Нет», и тогда мы создаем новый. Я нажму «Да». После чего нас переносит снова в браузер. Выбираем, с помощью чего мы хотим залогиниться. Выберу с помощью Google. Вводим наш адрес электронной почты. Далее вводим пароль. После чего нас обратно перекидывает в Fortnite. Мы можем пропустить эти видео. И теперь мы можем играть. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!